Всем добрый день. Начинаю готовить обед. Сегодня буду готовить рыбный суп. Достались у меня хвостики, плавнички разные от горбуши. Буду сейчас варить супчик. Поставила воду кипятить. Сначала сделаю рыбный бульон. Водичка закипела. Солю, брошу туда перчик горошком, лавровый листик, здесь у меня овощи сушеные, сначала брошу немножечко, и всю рыбку. Сейчас порежу морковь, лук, сельдерей кусочек и тыквы. У нас остался кусочек. Вот его в суп. Последний кусочек уже 2 месяца мы едим тыкву. Такую большую. Уже и кашу варили, и супы, и солянку. Все, вот еще кусочек остался. Сегодня мы его в суп рыбный запустим. Варится рыбка. Картошку уже почистила для супчика. Порезала. Рыбка наша сварилась. Мы ее вытаскиваем сейчас. Из этого. Бульончик я сняла с огня. Сейчас осядет все. Он будет прозрачный. Можно будет перелить, а осадок уже убрать. И продолжить варить супчик. Все, бульончик я уже обратно вылила в кастрюльку. Сейчас ставим на большой огонь и начинаем заправлять. Еще досолю. Начинаю заправлять. Вот у меня морковь, тыква, здесь лук, кусочек сельдерея, картошку. Сразу все буду складывать туда, заправлять. Картошку, морковь, тыкву. Перчу. Пусть варится. Добавлю петрушку такую. Укроп сушеный. Сельдерей тоже сушеный. Лавровый листик. Картошка почти готова. Сейчас рыбку и лук свежий здесь еще немножечко. Супчик наш рыбный готов. Уже картошечка сварилась, рыбка тоже. Супчик готов. А я сейчас картошечку пожарю. Немножечко такую. Вот таким способом.
Так. Еще нужно один. И одна осталась. Надо ее тоже как-то внести. Вот так. Такая картошечка получается. Картошка готова. Осталось посолить, поперчить. И можно кушать. Такой обед сегодня. Рыбный суп. Картошка с мясом, салатик, помидорчики. Всем приятного аппетита!